1 января текущего года надзором за фермерскими и подсобными хозяйствами при поставках их продукции на выставки, ярмарки и рынки выходного дня будет заниматься Россельхознадзор. Ведомство будет разбираться со всеми жалобами на некачественную продукцию этих хозяйств. Раньше эти функции Россельхознадзор делил с региональными санитарными службами. Кроме того, ведомству передали еще две функции – разрешение на строительство зданий сельхозпредприятий, а также ввоз-вывоз из региона домашних животных. Все животные, которые будут завозиться и вывозиться, должны только по разрешениям, которое будет утвердительно говорить о том, что животные завозятся из благополучных территорий. Информация будет браться, конечно, с центрального сайта, где размещены все требования по регионализации. За прошлый год в результате проверок сотрудники управления изъяли 2,5 тонны контрафактной продукции, среди которой мясо, молоко, икра. По словам специалистов, эпизоотическая ситуация в регионе оставляет желать лучшего. В минувшем году в нашей области выявили более сотни случаев заражения бешенством, а также вспышки узелкового дерматита и бруцеллеза. Последний случай заболевания зафиксировали в декабре минувшего года.